Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о теплице арочной 3х4, шириной 3 метра, длиной 4. Теплица произведена из профильной трубы 20 на 20. Толщина стенки трубы 1,5 мм. Труба покрашена порошково-полимерной покраской, белый цвет. Теплица установлена на брус 100 на 100. Брус предварительно был обработан от плесени. Теплица перекрыта поликарбонатом Карбоглаз Премиум. В теплице также установлена система подвязки 3 штуки над каждой грядкой. Установлены две двери. На участке также производилась сборка душевой кабинки. В душевой кабинке установлен бак с нагревательной теной, который можно будет включить, и вода будет теплая. Помимо тены, в баке нагревается вода с помощью солнечных лучей через парник проходящий. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 22 апреля 2017 года, идет монтаж теплицы арочная, зеленая, 3 на 9. Изготовлены торцы, покрыты поликарбонатом, там собирается каркас. Каркас установлен, начинаем укрывать поликарбонатом. Усадьба представляет, дорогие подписчики, монтаж теплицы арочной 3 на 9 закончен. Теплица изготовлена из трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм, окрашена в зеленый цвет, установлена на брус 100 на 100, пропитанная антисептиком. Также мы видим, что клиент решил усилить теплицу по центру и заказал две усиленные арки в виде ферм с двух торцов. Распашная дверь, форточка. Вот что у нас получилось. Еще раз напомню, теплица 3 метра шириной, 9 метров длиной, каркас арки через метр, поликарбонат 4 миллиметра с ультрафиолетовой защитой. Арочная 3М, 3 на 6 на брусе. У заказчика тут будет вот подниматься, поэтому такой фундамент. Две двери, две форточки. Крючки. Перфолента. Прикрепили к фундаменту жестко, чтобы ветер не унес